Это не выборы, соответственно, их результат не влияет на то, останется Путин или не останется. Но он значим для этой системы, для их системы. Так что надо рассматривать эти выборы, конечно, не как выборы, а как обряд. Но задача моя, мне кажется, в том, чтобы этот обряд превратить в демонстрацию. Представьте, что на демонстрации там, в честь 1 мая идут физкультурники, несут портреты товарища Сталина, и среди них один идет с портретом крокодила Гены или Чебурашки. Понятно, что небо на землю не упадет, но сам обряд будет делегитимизирован в глазах населения. Мне кажется, вот так и надо, не обольщаясь, не рассматривая это как демократический институт, воспользоваться этим институтом как поводом и возможностью демонстрации. И ничего больше. Надо прийти, взять бюллетень, используя призыв Алексея Навального, голосовать за любого, кроме Путина.